У строящегося храма в 3Б микрорайоне собрались жители не только этого района, но и соседних. Событие долгожданное. 10 куполов и крестов осветил лично епископ новороссийский геленджикский владыка Феогност. Купола и кресты выполнены из нитрида титана. Легкий и долговечный материал, не поддающийся ржавчине. Несмотря на то, что работы еще предстоит много, этот этап считается главным и одним из завершающих. Нового храма с нетерпением ждут тысячи анапчан. Это как малая Пасха, все равно. Радуется. Душа радуется, она до слез. Просто да. До слез. Вот. Какое счастье, да. Что у нас теперь такой храм будет. И вообще такое событие для, конечно, нашего прихода и для нашего города. Священнослужители говорят, темпы строительства достаточно быстрые. В 2016 году только заложили первый камень храма, а сегодня его уже венчают купола и кресты. Для православных христиан это имеет особое символическое значение. Купола – это небо на земле, это символ неба. Кресты, ну это мы люди православные, поэтому и кресты венчают, чтобы люди видели храм Божий, могли всегда на крест животворящий перекреститься. Сердце наполняет радость от того, что такая красота здесь воссияла, правда ведь? И уже по-другому люди будут смотреть на это все. И вот благодаря нашему благодетелю очень большие темпы идут. Я думаю, люди, наверное, замечают. За вот эти несколько месяцев просто колоссальный объем работы проведен. Площадь храма 1000 квадратных метров. Предположительно, первый этаж сможет вместить около 2000 прихожан. Дату окончания большого строительства здесь пока не называют. Говорят, на все воля Божья. Впереди еще внутренняя и наружная отделка и благоустройство территории. А эти работы весьма затратные. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.